У нас получается, что у нас все, по большому счету, чтобы было понятно, что у нас все формируется через энергию. Если кто-то спросит, что такое энергия, никто не скажет. Все знают примерно что-то такое, что мы можем ощутить энергетически. Пусть пока остается на этом уровне, потом вы поймете, что вообще то, кто есть я, истинный я, это как такой сгусток, но это уже не энергия. Это уже больше, чем энергия, когда ты уже освобождаешься от энергии. Но мы сейчас прямо туда заходить не будем. Сейчас возьмем вот это вот энергетическое. Тебе нужна инструкция. Я тебе все время говорю. Да, ты уходи от головы. Вот она, наверное, тебе вот все клешивает уже. Сырья, как вот это? Никак. Не ищите смыслов там, где их нет, а их нет нигде. Смыслы мы себе придумываем сами, чтобы быть значимыми для самих себя, для себя, потому что не чувствуем себя значимыми. Поэтому ищем смыслы. Не можем перейти на неедение, ищем инструкции, не понимая, зачем это неедение. Когда человеку говоришь, он говорит, я хочу перейти направо. Зачем? Ну как? Ну там же состояния какие? Там те состояния, которые, блин, да, вот если возвращаться на эти вибрации, можно сказать, врагу не пожелать. Ты становишься абсолютно один. Вот ты каждый раз, открывая глаза, которые всегда открытые, при закрытых, ты все время видишь одну и ту же картину, всегда видишь один и тот же фильм. Ты знаешь, что происходит с каждым человеком. Ты все это уже знаешь. Потому что всего этого нет вчера и нет завтра. Это единое пространство, единая вот эта вот плотность, которую ты уже знаешь. Не скучно. А тут дело не в скуке, дело в том, что были же моменты, когда я уже, ну, все просто настолько вот в это состояние вошла, что я не понимала, зачем я здесь, в этой плотности. То есть настолько не понимала, у меня не было даже понимания, что мне нужно здесь, чтобы, потому что дети. То есть, ну, как бы, ну, у детей свой путь, но это как-то уже, это тоже уже не цепляет. Это вот еще дети. Нет, вот у меня, если раньше Я я цеплялась понимаю. за детей, да, думаю, ну, у меня же дети, то сейчас нет, то есть я понимаю, что, ну, как бы, ну, есть дети, но у них же свой путь, будут они со мной жить, либо не со мной, они все равно будут. А я здесь уже как бы все, я эту плотность, я могу идти в следующую плотность. Но мне очень четко показала я себе сама из другой плотности, что мне нужно еще в этой плотности сделать. То есть ее нужно, вот сейчас вот этот вот переход, который вот я вам показываю, его нужно укрепить очень. У нас есть каркас, мы знаете, как, если мы как паутинка.